Собрать ребенка в школу – удовольствие дорогое. Особенно трудно приходится многодетным и малоимущим семьям. В этом случае покупка школьных принадлежностей может стать неразрешимой задачей и омрачить радость начала учебного года. Но на помощь приходят неравнодушные люди. В рамках месячника «Всеобуч» и акции «Помоги собраться в школу» сердобольные жители Кызыла помогают детям собрать все необходимое для учебы вплоть до конца сентября. По словам организаторов, любая помощь будет значимой и принята с благодарностью. У нас сейчас, например, в стационарном отделении находятся 33 ребенка, которые на 1 сентября сядут за парты. И сейчас, можно сказать, мы их уже обеспечили полностью. Дальше мы ожидаем и помощь от наших постоянных спонсоров. Это организации города Кызыла, которые уже на днях тоже нам окажут помощь. Данная помощь будет передана семьям, которые состоят у нас на учете. Также в рамках акции специалисты Центра помощи семье и детям проводят подворовой обход всех микрорайонов города, чтобы выявить проживающих в ней детей школьного возраста, которым нужна помощь. В настоящее время на учете центра состоят более 120 семей, в которых более 300 школьников. В эту акцию попадают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в силу каких-либо обстоятельств. В основном малоимущие семьи, многодетные семьи, в которых 5 и более детей школьного возраста, да, семьи, где есть родители-инвалиды, либо дети-инвалиды, и дети которых состоят на учетах, внутришкольных или других профилактических учетах. Кроме Республиканского агентства по делам семьи и детей, в данной акции участвует и Союз женщин Тувы, которые на протяжении нескольких лет помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по всей республике. Иногда, помимо тетради, ручек и одежды, людям нужна простая человеческая поддержка. Эта акция Союза женщин стартовала уже с 1 августа и идет очень активно. В женсоветах во всех Кажунах уже идут подворные обходы, выявляют семей, детей, кто во что нуждаются, и чтобы к 1 сентября все дети пришли в школу, сели за парты, мы делаем все возможное. Протянуть руку помощи нуждающимся семьям, сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни первоклассника стал праздником, очень легко, купив базовый комплект канцелярских товаров, школьную сумку или же одежду. Сегодня в Кызыле работают несколько пунктов приема вещей для школьников. В Центре социальной помощи семье и детям, в Департаменте социальной поддержки 114 кабинет и в Комиссии по делам несовершеннолетних. Не обязательно приносить новые вещи. Одежда, которая уже мала для вашего ребенка и в хорошем состоянии, вполне может стать школьной формой нуждающимся детям. Чинчи Самбугай, РС Хвалых, телекомпания «Новый век».